в наше перестроечное время, втянуло в водоворот политических событий не только нас, взрослых. Сегодня же, решительно отказавшись от прежних догм, школьники пытаются сами определить свое место в обществе. Откуда? Город Тольятти. О чем речь? Дискуссия жаркая. Речь о создании нового типа комсомольской организации на уровне района. А почему вопросы задают именно вам? Ну, потому что я являюсь разработчиком этой идеи, ее главным автором. Суть идеи тогда? Суть очень большая у них. Ну, в принципе, кратко, если сказать, вывести комсомол за уровень школы. При всей разности мнений, идей, участники сбора, а их более 2000 со всех регионов страны, большинство за создание демократического союза учащейся молодежи, объединенного на основе своих интересов и целей. Но помимо комсомольских проблем, на сборе справедливо говорилось и о необходимости правовой и социальной защищенности подростков и молодежи. В один из дней работы сбора с ребятами встретился председатель Государственного комитета СССР по народному образованию Ягодин.